Сроки ремонта на Авроровской продлены в связи с повреждениями на теплосетях и более глобальной заменой ливневки. Изначально отремонтировать участок дороги на Авроровской планировали до конца июня. При первоначальной дефектовке этого объекта и последующее вскрытие сетей ливневой канализации показали необходимость проведения дополнительных работ. Это укладки порядка 500 метров трубы 1800 и 500 диаметров. Объемы работ по перекладке ливневки были увеличены. И в настоящее время подрядчикам выполняются эти работы. Естественно, это повлекло за собой увеличение сроков проведения работ и дополнительного времени на перекрытие улицы Авроровской. Напомним, улицы Авроровскую, Иманскую и Комсомольскую в этом году капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, Дорожная служба Владивостока и привлеченные компании-подрядчики проводят ремонт дорог на Третьей Шоссейной, Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова и других улицах. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.